каждой стране и у каждого народа есть свои традиции, которые относятся в том числе и к проведению различных праздников. Иногда среди таких традиций встречаются очень экзотические и даже экстравагантные. Ни слова больше, сейчас расскажу, как отмечают Новый год в разных странах мира. Начнем с Германии. Вопреки своей деловитости, немцы любят забавные традиции и обычаи. Люди самого разного возраста взбираются под бой часов на стулья, кресла и диваны. Под последний удар они с радостными возгласами впрыгивают в Новый год. Таким образом, немцы желают хорошего въезда в наступающий год. В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его со страстью, свойственным южанам. В окно летят старые утюги, стулья, прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут новые вещи. Ирландцы обожают праздновать Новый год и делают это шумно. В Ирландии сохранилось много традиций, и одна из них иностранцу покажется, наверное, странной, потому что ее смысл в том, чтобы ходить и стучать по дверям и стенам домов буханкой хлеба. Это должно принести благополучие, достаток, удачу, хлеб в каждый дом. А вот в Венгрии в судьбоносную первую секунду Нового года предпочитают свистеть, причем используя не пальцы, а детские дудочки, рожки и свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость благополучия. Неважно, где произойдет встреча Нового года, главное, чтобы она запомнилась.